Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, тесты ножа от компании Walking Knife. Длина клинка его составляет 102 мм, толщина по обуху 2,7. Ну и как раз я думаю, что сразу стоит батонить. Пропустим все скучные тесты. Взял я вот такой вот сувель от клена. Ну и давайте побатоним. Кстати, я решил, что моя стандартная колотушка, ну, как-то уже не актуальна. Поэтому у меня есть вот такой вот замечательный кувалдометр. Давайте приступим, друзья. И так, ну что ж, друзья, надеюсь, вы поняли, что это была шутка. Давайте сразу проверим режущую кромку и приступим к стандартным скучным тестам, друзья. Нож, конечно же, резак, поэтому батонить им категорически запрещено. Давайте приступим к тестам. Ну, в принципе, нож заточен, заводская заточка, ну как-то она. Имеются замины, и он их за них цепляется. Давайте что? Ну что, с картона начнем. Так, в кадр попадаем. Кусок картона. Хорошо, приятно так, ну, режет, в принципе. Хороший резак, конечно, друзья. Тут без вопросов. Так, что там у нас? Нормально вроде все. Так, как бы тебя лучше? Давайте. Давайте против волокон. О, что-то он под это, под за это вот. Так, как сделать? Давайте разрежем. Вот так вот. Вот так вот, ну, срежет, короче. Что-то у него каша маленько подстала, друзья, у данного ножа. Ну, все же. Так, а что у него каша-то подстала? А вроде нет, нормально. Вроде-то и нормально в целом, в принципе. Давайте вот этот вот кусочек. Ну, нормально в целом с картоном, в принципе, справляется нож. Где-то немного его что-то под маленько под... Каша встает у него, короче. Ну, в целом нормально. Так, ладно, хватит. Хватит картона. Далее, собственно, древесно-волокнистая плита. Рукоять вот, кстати, удобная в целом, друзья. Я вот изначально, мне казалось, что она будет такая достаточно неудобная. Видите, она в этом месте сильно сужается. Ну да, вот посмотрите, она немного и наминает, но в целом неплохо. Давайте я перчатки одену. Любимые тактические перчатки. Дабы, чтобы что-то лишний раз не уколоться ничем. Давайте порежем. По продуктам я, кстати, данным ножом поработал. Ну, что сказать, без проблем. Продукты режет, конечно. Тут какие могут быть вообще вопросы. Однако, друзья, за счет того, что у него такое небольшое очень брюшко, нож справляется с продуктами хуже, чем, например, нож, сейчас я вам покажу, у которого, ну, больше вот такого вот брюшко, более, получается, длинная режущая кромка, при том, что, в принципе, длина клинков почти одинаковая. Ну, за счет вот этого вот брюшка нож лучше справляется с продуктами. Например, булку хлеба за меньшее количество резов он, в принципе, нарезает. Ну, тут, ну, тоже без проблем в целом, друзья, но есть нюансы. Это недостатком нельзя назвать, это просто такая вот особенность. Я не думаю, что на практике это какие-то проблемы вызовет. Ну, в принципе, понятное дело, нож режет без проблем каких-то особых. Так, что далее? Ну, в принципе, дерево. А нет, друзья, сейчас... секундочку, дорежем вот этот кусок, проверим режущую кромочку. Я думаю, ничего с ней не случится, с режущей кромкой, в принципе. Ну, режет без проблем, режет вроде нормально. Ну, чуть похуже, конечно, стал. Сталь 95 х 18, кстати,
Так, ну давай. Ну, вроде нормально. Сейчас, секундочку. Так, ну и вот, друзья, взял я хороший такой кусок резины. В принципе, древесно-волокнистая плита и картон для такого языка полная ерунда. Давайте попробуем отрезать кусок твердой резины. Это покрышка от трактора К-700, боковая часть ее. Посмотрим, на что он способен. Ну, в принципе, а вот на покрышке нож порадовал. Не так уж и много ножей, которые так хорошо справляются с этой покрышкой. Ну, возможно, тут у нас потеплело, и она не такая деревянная. Данная резина стала. Ну, в принципе, неплохо. Давайте попробуем ее даже разрезать. Большой кусок такой достаточно отрезать. Ну, в принципе, это, конечно, не так просто, друзья, на самом деле, разрезать эту резину. Я считаю, да, не так уж это и просто. Фух, ну что, попробуем, друзья. Да, тут вообще тонкий, конечно, резак нужен, чтобы нормально с такой резиной справляться. Ну ладно, друзья, в принципе, это можно сделать, конечно. Но тесты не будем затягивать. Слишком много и ботни, так сказать. Так, давайте по березке строгание. Такое поперек. Ну, в принципе, таким вот кухонным хватом. Ну, неплохо, неплохо она идет. Строгание такое. Нож, конечно, нельзя назвать строгателем. Все-таки это, ну, по сути, кухонник такой. Интересный такой кухонник, друзья. Язычок. Ну и неплохо, с другой стороны, он и с деревом справляется. Ну, рукоять, видите, она немного вот тут вот мизинец наминает, вот в этом месте подушечку. Но, однако, благодаря тому, что она гладкая, нет никаких выпирающих частей, в принципе, ну, достаточно удобно и работать. Но, вы знаете, она тонкая, и почему-то именно кисть устает больше. Но в целом, я не думаю, что это будет для этого языка критично. Как бы оно ни было, нож мне, в принципе, по душе. Ну, продукты, он хорошо справляется с продуктами. Будут у нас еще итоги по данному ножу. О ножнах его поговорим. О системе крепления. Давайте что, построгаем еще маленько. Вот видите, я заглубился вот так вот, как бы на излом что-то. Ну, достаточно страшно им. Недавно я видел, что у нашего другого ножа ВК-9, по-моему. Ну, там такой тоже резак, у него уже волна пошла по режущей кромке. Но это не есть гуд, друзья. Ну, в принципе, ну, как сказать, не самый удобный нож для работ по дереву в целом. Где-то что-то заглубиться, где-то вот так вот раз, отщепить кусок. Уже, в принципе, страшно им. А так, видите, вгрызается неплохо нож, в общем-то. Неплохо нож вгрызается. Ну, в принципе, ну, нормально, нормально. Давайте таким вот хватом, немного колющих ударов аккуратных. Это не тест состоит, а просто я наношу колющие удары. Не надо писать, что это какая-то запредельная нагрузка. Я боковых нагрузок не даю, просто нагрузка сверху вниз. И чтобы вытащить, соответственно, вот так вот вытаскиваю. Ну, со стоем ничего у нас не происходит. А я аккуратно очень все это делаю. Ничего со стоем не случилось, сильнее я не буду пробовать. Но, в принципе, обратным хватом для колющего удара нож достаточно удобен. Неплохо он сидит в руке и молоточным хватом, друзья. Достаточно неплохо. Ну, удобно, удобно. Вот именно вот в этой части ладони чувствуется, что устает рука просто. В принципе, нормально. Таким, опять же, хватом.
Тоже, в общем-то, без проблем. Длины рукояти хватает. Нормально, нормально. А вот такой вот хват какой-то фехтовальной диагонали, я, если честно, даже не знаю, что им делать. Как-то так. Ну, по сути, молоточным удобнее стрелять. Ну, возможно, палец на обух положить, чтобы как-то что-то больше контролировать. А по сути, все эти хваты, это на самом деле достаточно условно все, друзья. В принципе, я думаю. Как-то вот, когда что-то действительно ножом делаешь, берешь его в руку и не думаешь, как он там тебе в руку лег, каким хватом. Ну, в принципе, нормально. Ладно, друзья, я думаю, хватит на этом. Особо, ну, как бы, ножи такие, не сказать, что неинтересно тестировать. Безумно приятно такой нож потестировать. Он классный, достаточно интересный. Но все-таки мне хочется какой-нибудь рубанок или батонер. Хотя, в принципе, ну, достаточно бодрый. Ну, как-то так, друзья. Срежущий. Что-то она поблескивает. Что-то она поблескивает. Так, ну давайте газету. Особо-то я им ничего такого не сделал. Давайте на газетке посмотрим, что нож у нас, на что он способен. Ну, похуже, конечно. Ну, я не думаю, что это такая Мега 95Х18. В целом, до рабочего сорта он, по крайней мере, свою сохранил. Особо судить не берусь, друзья. В принципе, все с ножом нормально. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаем вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания.